Организация тюркских государств поделилась публикацией в связи с годовщиной геноцида азербайджанцев, осуществленного армянскими дашнаками совместно с большевиками в марте 1918 года. «В этот траурный день мы вместе с нашими азербайджанскими братьями чтим наших шахидов», написано в публикации в твиттер-аккаунте организации. Напомним, что 31 марта в Азербайджане чтят память жертв массовой резни, учиненной армянами и большевиками в марте 1918 года. События 105-летней давности считаются одной из самых кровавых страниц в истории Азербайджана. Начиная с 1905 года, армяне активно вооружались, дестабилизируя ситуацию в различных регионах Азербайджана, в особенности в Баку. В последние годы существования царской России армяне, ранее переселенные в различные регионы Азербайджана, воспользовались кризисом власти и начали захватывать земли азербайджанцев, истребляя население сел и поселков. После Октябрьской революции 1917 года большевики захватили власть в Баку. Банды армян и большевиков, поддерживаемые армянским лидером большевиков Степаном Шаумяном, усилили атаки на азербайджанцев. В период с 30 марта по 3 апреля 1918 года армянские и большевистские банды зверски убили десятки тысяч азербайджанцев в Баку, Шамахе, Губе, Хачмазе, Ляньгаране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчеване и других регионах Азербайджана. Десятки тысяч людей пропали без вести. Армяне также разрушили населенные пункты, стерли с лица земли памятники культуры, мечети и кладбища.